где надо пропотеть, а потом уже идти опять же разминаться на лед. Потому что если у тебя не будет хорошей разминки, если ты хоть маленький... Ух ты! В отправлении Жаркова! И Дубль 25-го номера ЦСКА! Владимир Жарков набирает третье очко за матч. И очень здорово он после броска Сергеева подставляет клюшку. Будет просматривать арбитр. Мне показалось, что может. Да, будет просматривать. Ну, как раз это попросил Вудкрофт. Да, он показывал, что высоко-высоко клюшка. Имеет право. Хотя, конечно, здесь мне показалось, что не выше плеча была все-таки. И не выше перекладины. Не выше перекладины. Да, вот это очень важно. Плечо-то ладно. Главное, здесь перекладина. Ну, не знаю, сверху. Не знаю. Надо посмотреть. Очень сложный момент. Она даже не в клюшку попала, а даже погранично в перчатку, да. И здесь сверху вниз было движение. Пограничная ситуация, на самом деле. Здесь... Ясно. Но понятно, что в такой ситуации не могут судьи обмешуриться. Важный элемент игры, красивый гол. Но... Вот сейчас, если видите, Дэвис, второй тренер, как раз Динамо пытается рассмотреть, что же было в монитор, который возле меня расположен. Не сможет определить, что там было. Слушай. Игры высоко поднятой клюшки по шайбу не было. Хороший гол. Гол. Как говорил Алексей Анисов, военная комната сдала вердикт.